В Одесской кирхе пройдет рождественский фестиваль. В программе фестиваля семейная ярмарка, детские мастер-классы, органные и хоровые концерты, колядки, а также фудкорты с национальной немецкой кухней. Также гостям фестиваля представится возможность совершить праздничные экскурсии по кирхе. Мы надеемся, что в этом году каждый из пришедших к нам гостей сможет окунуться действительно в праздничную атмосферу европейского Рождества, ощутить себя гражданином мира и провести чудесное время. Рождественский фестиваль в Одесской кирхе стартует 22-го и завершится 25 декабря с наступлением католического Рождества.